Приветствую вас, друзья, на канале BB Play. Меня зовут Владимир, и мы сегодня продолжаем игрушку под названием The Raft First Chapter. Приятного всем просмотра, и мы начинаем. Итак, друзья, как мы обещали, в предыдущей серии сегодня займемся строительством радиостанции, радиовышки и так далее и тому подобное. Для этого, Я вроде бы все вчера собрал, все нужные нам рейсики и так далее и тому подобное. Причалил я к какому-то острову. Вот, тут я тоже все полутал уже, тут ничего толкового нету. Доски, как обычно, нужны доски, чтобы расплавить. Ну, медь я уже собрал, по большому счету. Так, медь у нас есть. Так, что нам нужно, кстати, для этого всего дела? Антенны. У нас нужна микросхема, болты, да? Для микросхемы нам нужно что? Ладно, что за болтов? У нас на болты есть. Так, сколько у нас надо? Нам надо 3 антенны, кажется, если не ошибаюсь, да? Так, приемник, микросхема, опять же, доски. Шарниры, это у нас все это есть. Шарниры у нас есть. Железо мы это сейчас положим. Медь у нас есть. Так, все у нас есть. По большому счету все, да? Смотрим, что нам нужно для создания микросхемы. Слизь с лианы. У нас здесь 6 штучек. Изготовить. Раз, два, три. Вы изготовим все, что у нас есть. 6 микросхем, потому что, мне кажется, их довольно-таки много надо. Батарейку нам нужно тоже одну изготовить. Так, и, короче, мы сейчас снимаемся с якоря и плывем. Потому что, ну, тут уже все полутали, как я уже говорил. А нам нужны доски. Нихера себе, там ломанул его. Так, хорошо. Так, нам нужны доски. А досок у нас даже нету, как говорится, да? Так, хорошо, у нас тут ясно. Пошли дальше плавить медь. У нас еще, ну как, я могу рисковать, конечно, поплавить здесь. Так, берем девяточку. Ну да, у нас досок нету, надо доски. Так, потом, конечно, мы тут еще поменяем. Что-то я тут так построил кухонку здесь. Это потом как-то еще здесь что-нибудь подделаем над этим делом. Потому что, ну, в дальнейшем, если мы захотим животных держать, нам надо будет что-то изменить. Ну, и расширять мост, конечно, надо будет и все остальное. Ой, плот, не мост, ёпты. Так, ладно, короче. Как-то вот так, да, получается. Потом мы, короче, расширим, конечно, это все дело здесь. Ох ты, шлюшки, а, уже. Иди ну-ка нах, отсюда пошли. Раньше они залетали. Вчера еще вот плавал, они не залетали. Смотри, сейчас, блядь, сразу две залетели, твари. Так, надо нам построить побыстрее этот радар, чтобы мы могли нормально следить за большими островами и на тенячу забирать топовые фишки. Так, приемник. Нам нужны доски для приемника, ясно. Ну, вроде бы могли мы, конечно, срубить пальмы. Но пока что мы побременим с этим. А как это так здесь получилось? Когда это сожрали у меня? Угол. Вроде бы я обезопасил перед этим все дело. Подожди, пойдем проверим еще раз. Может, еще что-то сломали. И что-то не заметил. Как-то странно. Ну ладно, это не страшно. Это не проблема, в конце концов. Так. Надо бы еще определиться с передом, где мы хотим, чтобы был перед. Вроде бы сначала получается у меня перед сейчас вот там, где у нас пару стоит, да, но в дальнейшем я хочу сделать чуть по-другому. Надо будет тотальное переоборудование нашего плота. Посмотрим, что с этого получится, в конце концов. Так, доски добавляем. Все доски выложил, да? Вот тубина. Она черт с ним. У нас тут сейчас ресики быстренько наберутся. Досочка, досочка, досочка. Нет досочек больше. Так, я хочу... Так, мы создали аккумулятор, да, нам надо создать сейчас приемник, да, нам надо... 5 досок еще. Урожай не буду пока что собирать. Ладно, садись, садись. Камень, не знаю, для чего еще он нужен здесь.
Кроме того, что, блин, якорь в самом начале делается, а так, блин, по большому счету мы никуда его не используем. Может, в дальнейшем что-нибудь понадобится, но не знаю, навряд ли. И чак яичек тоже не несет вообще. Раньше это несла яички, а сейчас нихера. Не хочет нихера делать в этом плане. Да, получается, приемник еще не, еще одна доска нужна. Так, все, у нас есть приемник. Для этого, мне кажется, нам нужен будет стол. Кажется, он не просто не становится вот так, потому что, ну, типа, в плане того, что... Так, болт берем, на... так. Или у него уже с ножками. Да, он уже с ножками. Так, значит, делаем так, делаем так. У нас будет здесь... Перед в дальнейшем, да? Давайте так сделаем. Что-то вроде этого. Так, поставим пока что. А потом, если что, можно это все... поменять, это не проблема вообще. Так, это сейчас ставим сюда. Нам надо будет сейчас антенны поставить, да? Сколько надо три антенны нужно. Три антенны. У нас есть какая-нибудь антенна, хоть одна? Нет, кажется, походу нет. А, нет, можем изготовить одну. Две. Ну и три. Все, три антенны мы поставили. Короче, пока что поставим сюда. Сюда. И одну вот сюда. Все, отлично. Ну, ты будешь цепаться за мост? Не? Смотрим. Нет под... Не... Что? А, не на подходящей высоте. Раньше такого не было. Ладно, допустим. Убрать. Уберем ее. Это тоже берем. Я не знал, что они должны быть на одной высоте. Ну да ладно, допустим. Ну, мне кажется, сейчас еще скажут, что, типа, не хватает радиуса зон действия, да? Смотри, блин, сейчас. Слишком близко. Твою дивизию, я же говорил. Ладно, значит, делаем следующее. Это убираем. Мы сейчас поставим здесь тогда крышу. Крышу поставим сюда. Так, нам нужны доски. О, сучка. Так, извините, друзья. Тут... Пришли в гости в комнату. Неожиданно, блядь. Сука. Я же прям, блядь, перепугал. Ух ты, блядь, что тут такое за целое... И что мы уронили сейчас? Что там упало у нас? Смотрим. Что это такое? Собрать предметы. Что за предметы, блядь, о чем ты? Ладно, допустим, давайте сейчас создадим... Серьезно. Ах, камень, нахуй мне нужен камень. То есть это камень. Ладно, короче, погнали делать крышу. Так, мы нихера не можем. Серьезно. Блять, плот. Плот, сука, плот. Досок нет, опять что-то ехуел. Ладно. А где должно... Блин, этот большой плот, надо ему заболеть, поплыть. Там какой-то очень двухэтажный, прям трехэтажный. Так, где наша... Это побремится пока что. Надо перехватить плот. Идем, идем, да, все отлично. Так, что у нас здесь? Медь. Надо, короче, выложить все. Надо потом надо заняться делом, строить, построить, поставить ящики нормальные, блин. Так, медь выложим. Железо пока что нам не нужно. Это положим сюда. Пластмасску. Шарниры там тоже нам не нужны. Металл потом расплавим. Доски, удочку нахуй выбросим. Пока что не надо. Сейчас сделаем новую. Это вот эту микросхему поставим сюда. Так, где плот? Идем к лоту, идем к лоту. Замечательно. Пошли, да, поставим пока что антенны. Надеюсь, что на этот раз... Ой, ёпта, чуть не улетел. Далеко и надолго. Но надеюсь, что сейчас хватит места ему. Но опять же, здесь будет проблема. Да, нас будет, надо будет все-таки расширять дальше. Бляха-муха. Ну ладно. Доски нужны опять же, да. Ладно. Плывем сначала к мост-плоту. Так, плот, ручку надо повернуть, малюсь, в ту сторону.
Отлично. Угу, как обычно, досок. А, есть доски, есть, хорошо. Это якорь у нас. Я, короче, полазил по нету, посмотрел, как пацаны играют в эту игруху. И, блядь, знаете, что там можно даже двигатель построить? Вообще об этом даже не знал. Я думал, что может быть какой-то мод или что-то вроде, оказывается, нет. Там можно построить двигатель, блядь, паровой, типа. Ну или ты считаешь, что паровой. Так, досок опять нету, блядь, ну затрахали меня уже. Так, мы уже приближаемся к мосту. Не к мосту, а к этому. Тихо, блин, я не хотел тебя пугать, дружище. Или подруга, вернее подруга. Так, идем на перехват. Так, идем на перехват. Так, отлично. А это получается, мы идем против течения уже, да? Ну пиздец, ну тогда мы не догоним его. А вплавь туда плыть вообще не алё. Так, бурачки. Так, ладно, посадим обратно. Воды нету. Так, еще надо будет еще сделать нам еще один опреснитель. Только что с одним вообще как-то не алё. Надо будет, ну это не проблема, это мы сделаем. Так, почему у нас нет... Так, медь... А, ладно, там мы сейчас забьем на эту шнягу. Нам сейчас нужно более важные вещи. Надо сейчас догнать плост. Ну не, мы не догоним его, так что нет смысла тратить на него времени. Мы идем против течения. Ладно, короче, дальше погнали. Что нам доски? Что с досками? А нихуя нет досками нету. Ну ладно, рубим пальму, значит. Рубим пальму, так. Отлично. Серьезно? Девяточку. Девяточка. Посадили. Посадили водичку, налили. Налили, отлично. Так, ладно, пошли наверх. Досок у нас пока чуть-чуть есть. Вот так. Ладно, пошли дальше. Постараемся, это, короче, троечек сделать. Так, так, может быть, это сейчас сработает. Ну, не знаю, посмотрим. Там три. Да, сюда поставим где-то вот так. По идее, должно быть окей. Все отлично. Что это такое? 1000. 8000. Что это такое? Что за сменить число? Это что такое? Это вот я не понимаю. Надо как-то еще разобраться с этим, потому что такого раньше не было. Ладно, плывем тогда. Ты, может, какие-то координаты, я не знаю. Но мы вроде бы плывем к этому. Так и оставимся, короче, плывем, так и вперед. Что-то впереди у нас да будет. Так, ладно, собираем. Так, радио мы построили. Сейчас надо заняться облагораживанием этого всего дела. Так, здесь мы могли бы построить, знаешь, друзья, поставить... Так, мы все равно здесь не бегаем. Поставить стенку. И на этой стенке навешать... ящики. Так, что нам для ящиков надо, например? Потому что, ну, чтобы они на полу не валялись у нас. И сюда можно еще один поставить, да? Надеюсь. Херс 2. Надо это убирать сначала тогда. Открыть, что у нас здесь. А, ну здесь пластмасса целая, какая-то туча. Ладно, семена мы сейчас заберем. Переложим их пока что на данной стадии. Ой, твоя дивизия, это сюда. Сюда, сюда. Не знаю, должно по идее... Блять, картошку уложил, зачем? Я думаю, что тут, по идее, должно у нас нормально тут быть. Ах ты, тварь, иди сюда, шлюха, сейчас ты получишь. Еще нет, не сдохла, тварь. Ладно. Ладно, как скажешь. Надо переложить. Переложим эту тему. Что здесь у нас? Убрать. Раз. Два. И сейчас, по идее, должно встать надо, да, сюда.
Ну, по идее. А досок нету, блядь, что я пытаюсь поставить, досок же нету. Отлично. Ну его сейчас стопебли. Это надо забрать. Мало ли, что там какой-то чертеж интересненький будет. Хер раз два, блядь, это чертеж тебе интересненький будет. Так, смотрим, что нам нужно для создания большого хранилища. Доски, шарниры. Шарниров у нас там целая хуево туча была. И доски нужны, да? Там явно с камень упал, опять же, как обычно. Серьезно? Мы на пластмасс выложим. Итак. Смотрим, куда можем его поставить. Так, сюда, значит, так, прикладываем пластмассу. Доски нужны опять, да, нам? Доски, 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 досочки, досочки, досочки. Так, что это у нас здесь упало? Сфера из фекла заберем. Пригодится. А вот досками как-то у нас проблематично, да? Ну, походу, сейчас должно хватить еще на одну. Ой, тихо, ну уже с чем-то. Изготовить хранилище. Туда мы переложим вот это. Нет, мы заберем. Нам будет распределить. Так, мы идем смотрим, куда нам плыть надо дальше держать. Так, берем сначала это. Веревка, пластик, смотрим. Так, ну вроде бы пойдет по радиусу у нас это все нормально. 1150 метров осталось, да? Вырубаем, мне хуй электричество тратить. Да, нам очень быстро тратится эта энергия. Так. Урожай можно собрать. Сейчас сделаем, пойдем сделаем... свекольник, бля. Надо бы еще рыбу забубенить, бля. Вообще было бы шикарно. Ладно, пошли. Наверх кушать сейчас сделаем. Получить бонус к еде. Картошина. Так, ладно, погнали на кухонку. Так, итак, положим сначала картошечку одну. Картошечку другую. Рецепт я просрал куда-то. У меня были раньше рецепты у меня, но они исчезли у меня. Потом еще передвигал эту тему. Положить доски. Пусть жарится, варится, парится. Положить доски. Медь. Медь. Всё. Пошли за досками. Ты сиди, чайка, я тебя не тревожу. Отличненько. Там все булит, там все бульбулькает, все хорошо. Ждем. Отличненько. Так, собираем. Топли только что были. Это отлично. Супер. Так, надо еще будет тулеть третье владельство, вообще будет шикардосина. Так, что мне надо еще построить? Давай что-нибудь интересненькое построим. Так, может быть, часы какие-то построить. Ах, хера, у нас хлама нет. Стул, календарь у нас уже есть. Коврик, полка, табличка, ведро, пугало. Сплинклер, но это мы будем использовать для живки, чтобы поливать их не лужайки. Так как ни для чего пока что другого нам не нужно. Сначала надо землю найти. Нормальную. Так. Так, хорошо. Это плавится, плавится, плавится. Супчик готов. Так, этот, на этот раз не поплыву, потому что у нас получается, что впереди очень большое, да? Да, 980 метров. Хорошо. Так, что тут приготовилось уже? Давай. Вот. Супка. У нас где-то были здесь чашечки. Мисочку одну возьмем. Положим сюда куда-нибудь. Овощной супчик. А чё я не понял? Почему я говорил одну только взять, а он взял целую кучу.
Отлично. Так, это сюда переложим. Значит, картошину и это все оставим здесь. Иди сюда в жопу. Вот так. Отлично. А почему ты... Ладно, мяско скушаем. Водичкой напьемся. Ага, и я тут, короче, не налил, да? Нет, не налил. Это пицца. Ладно, поплыли. Я тебя не тревожу. Так, где... Блять, вот. Значит, у нас где-то впереди будет большой остров. Полюбасно. Надо, блядь, надо доплыть до него. У нас новые испытания там начнутся, так я понимаю, да? Медь. Так, ладно, проверим, сколько осталось у нас метров. 88, 887. Угу. Хорошо. Ладненько. Здесь получается впереди у нас перед. Впереди у нас здесь, да? Да, у нас перед здесь. Начнем смотреть в горизонт, туда, в ту сторону. Чтобы что-нибудь няшненькое там найти. Так. Так что нам надо для этого? Хранилище. Хлама нету, да? Блять, хлам плохо, хлама нету. Бочки, не знаю, такой собирать, тогда надо, чтобы хлам достать. Так, медь переложим сюда пока что. Картошина. Почему-то картошина здесь валяется. Наконец-то. Давай. И пошли на гриле. Это забомбень. Можно, конечно, сейчас чайку убить, но зачем? Не надо. Пусть она там сидит. Балдеет, как говорится. Так, это мы положим. То, что меди нам нужно будет достаточно много, чтобы... А, у нас тут какая-то рыба уже, оказывается, была. Это что-то даже как-то и не помню. Ладно, скушаем ее. Так, что еще у нас какая-то рыбка осталась? Еще какая-то рыбка осталась? Так, водичку надо забрать. Какой-то шторм начинается, блядь. Проверяем, как далеко мы доплыли. Сколько еще осталось? 730 метров. Надо поменять траекторию. Окей. Сейчас проверим, правильно ли я выбрал направление. Нет, наоборот, блядь, в ту сторону. Ой, дубина. Урожай, собираем. Обратно сажаем. Ну и по кругу так. Отлично. Медь положили, доски. Отлично. Рыбку. Ага, хер разбиваю, еще не готова рыбка. Так, это переложим. Свекла, картошечка. Рыбку мы пожарим. Ну, это тоже переложим пока что. Место лишнее занимает. Налить жидкости, главное. Ну, знаешь, как прочетерить, ну, вроде бы дождь, знаешь, думал. Наполнить баночку, как в арке, блядь. Ну, это странно тоже, почему-то, по идее, должно быть. Потому что это же пресная вода. То бишь, дождь, его же можно пить, по большому счету. Так, ладно, проверяем, что у нас там. По острову приближаемся уже, да, чуть надо еще повернуть. Ну, вроде... А мы же, получается, идем против ветра. Ну да, потому и так против течения. Так, хорошо, ладно, собираем ресики пока что.
Она нужна бочки, потому что в бочках могут быть металл, это бишь этим железки, железяки, не железяки. Но не вижу бочек никаких здесь. Так, ладно. Короче, когда, друзья, приблизимся к острову, подключусь. Что ж, друзья, мы приближаемся к станции, как я понимаю, которая была в первую очередь. Я, короче, я-то думал, короче, что мы идем против течения, но мы идем по течению. Просто я не обратил внимания на то, что это у нас перед, а это у нас сзади. То бишь, это все наоборот. Если мы поставили бы сюда бы, например, вот эту штучку, тогда было, сюда было бы нормально. Так мы сделаем после того, как я доплыву до этого сраного острова. И даже сейчас это сделаем, просто сейчас переставим антенну, так что мы уже все видим, что здесь происходит. Также забираем это, убираем батарейку. Я что-то перепутал перед задом, короче. Да, ну, бывает, что делать, блядь. Неожиданно, да, короче, поворот такой. Нихуя себе. Так, короче, да, за кадром я сделал себе бинокль. Вот. Так что такие вот дела, друзья. Так что начнем будет переставить, надо будет полностью все антенны. Так как у нас сейчас скажут, что мы слишком близко к друг другу. Ну, вот такая вот хуйня получается. Ну, как-то я даже как-то не обратил на это внимание. Там 3-3. Сюда, короче, ставим так. Вот. Отлично. Требуется батарейка. Сейчас будет у тебя батарейка. Но мне все нормально работает все-таки. Наш хоть и 3 стоит здесь. Значит, мы убираем. Сейчас так, короче. Надо повернуть сюда. Давай, заворачивай. Короче, мы сейчас тут полутаемся. Что-нибудь интересненькое найдем здесь. А я думаю, почему у меня ничего не происходит? Почему у меня ничего не плывет, блядь? Что? Я тут, блядь, где-то полчаса уже пытаюсь добраться до острова. Оказывается, он вообще в другом месте, блядь. Ну ничего, бывает, друзья. Ну что делать? Так, я думал, что это будет какой-то остров, но это, оказывается, это станция. Ну, надеюсь, что это здесь что-нибудь интересненькое найдем, какие-нибудь чертежи или что-то вроде этого, да? Посмотрим, что получится. Так что давайте причаливать к этому, как говорится, к этой станции. Я так понимаю, это какая-то станция по добыче, не знаю, нефти, что ли, или что ли, экостанция. Ты шлюха. Ну-ка, пошла отсюда, шарава. Вот так, все. Починили. Так, хорошо. Ой, ёбаный карась. Я не знал, что можно, что же, я забыл, что можно провалиться. Или если в место якоря где-нибудь прыгнуть. Так, сейчас мы будем разбрасывать якорь, когда подплывем поближе. А я такой, главное, сижу, жду, что-то жду, нихуя не происходит. Мол, ну все, пиздец, мол, какой-то опять, какой-то баг. Все, сбрасываем якорь. Ну и пошли лутаться. По идее, мы где-то здесь должны запрыгнуть. Да, отлично. Ну и смотрим, что у нас здесь есть вообще. У нас всякое хлам. Поднять хлам. А. Даже вот так можно сделать. Окей. Отлично. Сейчас пролутаемся здесь. Посмотрим, что здесь у нас няшненького есть. Вкусненького. Нихера здесь нету. Пластмасса. Берем пластмасс, собираем все. Так, хорошо, ладненько. Сейчас, секундочку, друзья, вернемся. Друзья, тут, блядь, нырнул, молись. Поискать что-то интересненькое есть, оказывается. То, что это под водой, что валяется здесь. Какие-то интересные местечки. Ну что, нельзя ящики полутать? Это как-то обломно, молись. Ну, что ж делать? Так, ящик. Сок, стекло. Надо было, блин, разгрузить все, что у нас есть здесь, да? Ну, ничего, неплохо. Довольно-таки редкий рис. Ух ты, чемодан. Добавим новая заметка. Ладно, это потом прочитаем. Может, еще ничего найдем тут интересное? Так, хорошо. Здесь больше покажу, ничего нету, да? Телефон работает? Нет, телефон работает, да, блядь, под водой. Прям телефон работает под водой, да? Так, ладно, прыгаем обратно. Так, под водой мы полазили, блядь. Как мне сюда обратно забраться? Мне хочется пануть за задницу, эта тварь. Тут была лестница где-то. А, вот она. А может, что-нибудь здесь есть? Ну нет, вроде бы здесь полазил, ничего не нашел. Ой, она плывет. Иди в жопу. И подожди, я что-то не понял. Иди ж ты нахер. Сука, цепанула все-таки меня. Да ну, твою дивизию.
Что не могу на... Блять, не могу напрыгнуть, что ли, туда? Я не понимаю. Так, ладно. Ой, я что-то туда не... Блин, что-то тут заблутал, молись. Ну, вылази уже отсюда, ну, ёптай. Ёбаный карась. Где мой там плот? Вот он. Сейчас акула будет спать. Задница по-любому. А, все нормально. Там надо разбежаться мне, походу, да? Да ёб твою ж дивизию, что ж за хуйня? Ну не хочет меня отпускать туда. Ну ладно. И не прыгает вообще охуевшая морда. О, все, запрыгнули, все нормально. Ладно, полезли наверх тогда, смотри, что там, интересно. Не сюда, наверное. Как-то по-другому, сюда. Тут я уже полазил по низу. Я просто свалился. Вот так, как в предыдущий раз, вот. Отлично, ну хоть тут как-то сгруппировался по-быстрому. Все, замечательно. Так, дальше смотрим, что здесь у нас есть. Ящики с ресами очень много, да. Что-нибудь еще няшного здесь есть, да? Нет у них, нет, да? Нет, вроде бы. Ой-ой-ой, ёшеньки, куда я упал? Хорошо. Никуда не упал. Вот как туда забраться сейчас, вопрос. А, вот сюда, может быть. Сюда напрыгни. Вот, да, все отлично. Тихо, спокойно. Да запрыгни уже. Вот, тихо, хорошо, супер. Какие-нибудь новые чертежи мне дадите, что-нибудь такое интересненькое. Заметки мы прочитаем потом. Что нам там дали? Поднять записка, еще одна. Заметка, мы потом это проверим. Начнем пролутать все полностью здесь. Может, что-нибудь еще няшное найдем здесь такое интересненькое. Не, ничего больше нету. Рез, рез. О, ящичек. Ох ты, хлам и крючок новый, вообще бомба. Так, тут уже ничего нет, да? А, тут есть лестница наверх. Дальше эти ящики можно открыть. Так. Подожди, а, все, я выше. Может, поэтому можно забраться как-то? Угу, захотел, бля, по лианам забраться. Так, ладно. А может, да, здесь как-то? Ну, не знаю, ли я допрыгну, бля, до этого вон туда. Ну, попытаться. Камера работает, главное. Ну, ладно. Потом еще раз пройдем, попытаемся. Камера работает, значит, электричество здесь есть. Значит, может подзарядить какие-то батарейки. Ну, ладно, у меня там батареек здесь нету. Это вообще мелочи жизни, так что... А почему здесь света, да, нету? Ладно, погнали дальше. Будем искать способ забраться. Так, уже там мы были. Значит, нам надо... Все-таки по этой стороне надо идти, да? Вот так, идем, да. Да, блядь, ну что ж ты издеваешься надо мной, ну? Твоей дивизии. Ну, пошли, 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 пошли. Бежим, 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 бежим. Бежим. Короче, друзья, как заберусь, так я вернусь к вам сразу. Короче, возможно, запрыгнуть сюда. Только смысл этого всего дела, не знаю. Попытаться, может, туда перепрыгнуть. Не знаю, не уверен в этом. Ну, постараемся что-то делать, но все равно нечего терять. Ой, ёпты. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, можно, друзья, перепрыгнуть, так что давайте еще раз попробуем, я покажу, как это все делалось, как я это сделал, не знаю. Надеюсь, что получится. С первого раза сразу же, не знаю, не уверен. Ой, блядь, ну вот и опять же, когда пытаешься сделать это на камеру, нихуя не получается. Ну, в принципе, вы поняли, да, друзья, вот так просто бежишь, снимаешь скорость, да, только валишь, топишь. Топишь, здесь тоже топишь. И вот так прыгаешь, и все, замечательно. И опять же здесь тоже топишь. И прыгаешь. Отлично. Все, допрыгнули, красава. Смотришь, у нас здесь есть. Да нихуя здесь нету. Это можно разбить. Хер да, тут можно разбить. Так, света нету, блядь, как-то я тут без света. Вообще непонятно, что здесь происходит. Вообще здесь нету ничего тут непонятно. Только свет. Свет бы дали бы, вообще было бы шикарно. Ну да, видите, тут ни черта нету. Извиняюсь, уже в темноте снимаю, но просто хотел показать, что здесь ни хера нету. Смысл, что я сюда прыгнул только. Может, это здесь, ну, да, ресы, пластмасса. Ну и все, а туда наверх забраться можно ли как? Да, можно. Вот так берешь. На ящик запрыгиваешь. На второй ящик и сюда. Тут ни хера нету. Опять же, пусто. Тоже ничего нету. Ладно, прыгаем дальше. Какие-то, блядь,
Вентиляторы, генераторы. И нихера нету, да? Ёптай, что так высоко надо добраться еще? Так, ладно. Пытаемся. Ёптай! Есть контакт, все хорошо, отлично. Мы сейчас доберемся до вышки. Здесь что-нибудь интересное будет у нас, надеюсь. Так, хорошо, хорошо. Так, записка. Ящик. Чертеж, налобный фонарь. Опа. Что это здесь у нас? И нихуя не вижу. Утопия. Поднять записку. История радиовышки. Мы получили какую-то ачивку. Так, давайте смотреть, что у нас есть по запискам. Итак, радиовышка. Первая страта, первая страница. Так. Плот твой дом, крюк твой друг. Если плот ломается, почини. Если крюк потерялся, сделай новый. Если видишь перед собой бесконечную синевую, значит смотришь невнимательно. Если у тебя есть нужный ресурс, ты сможешь сместить что-то угодно. Следи за радиосигналом, что это что утонуло. Следи за радиосигналом. Если что-то издает сигнал, значит оно еще не утонуло. Не ты первый, не ты последний. Не забудь отметить свой маршрут. Мир пропал, остались истории, собери как можно больше. И ради бога, остерегайся акулы. Окей, понял. Радиовышка. 12 декабря. Уже 2 месяца мы работаем над этим реактором. Реактором? Над этими реакторами. 2 месяца мы трудимся ради спасения мира, и нам даже некому сказать свою историю. Наше мнение имеет неважное, нам все дали Нам всем дали прозвище после того, как проба проболталась об испытательном проекте на Северном полюсе. Как будто что-то меняет, как будто кто-то из нас может хоть что-то сейчас изменить. Синица стала очень подозрительной после первой презентации, особенно касаемо приукрашенных деталей. Бля, что-то вообще тут запинаюсь, писец. Очевидно, что прототип очень далек от стабильности, и нигде не упоминается, что случится с китайскими с китайской командой, когда корабль была до нас. Рен, по идее, был с ним, но молчит. Филин промямлил, ёпта, что-то поломки в системе охлаждения, но прозвучало фальшиво, а я не стал ни на него давить. По крайней мере, мы работаем в сухом месте, а их сейчас мало осталось. Люди. 6464-14. А, вот. О чем я... Это вот что надо будет, нам будет менять показания, да? Вазгатан. Ладно, поехали дальше, почитаем, что здесь у нас. Январь, знать бы, где мы. Наш единственный ориентир — радиовышка вдалеке. 12, 16 и 8 оказался сегодняшний последний день испытания. Ядро 16 сгорело так сильно и быстро, что прожгло колодец. Топливных стержней мы плыли в океан, будто греть еще сотни лет. Синица замерзает, уравнивает радиационное поле каждого испытания. Они говорят, что будут использовать реакторы и в убежищах. Мы все исправим, зряет он. И к самому смешному мы согласились. Мы, четверо усталых книжных червей, должны спасти мир. Ну что ж, от него остается февраль. Оказывается, Ирене на нас настучал. И сначала взбесилась, они узнали, что мы специально задерживали работу на 12 месяцев и 24 месяца. Месяца, да, наверное. Да, они выбрасывали столько радиации, что светилось зеленым вашу мать. Но их забрали. Мы с Филином, конечно, пытались бороться с этим вышибалами, но нам не тянется. Но вышибалами нам не тягаться. Ебать тебя в жопу, что за хуйня? А еще забрали синицу. И 8-й реактор. Рене знал, что он, однако, знает, как составить их работать. Нас сбросили на испытательной платформе и поставили фундамент. Вода медленно прибывает. Филин считает, мы должны плыть следом за ними. Хотелось бы я с ним не согласиться. Так, ладно, нам надо, типа, пить водичку, а то я сейчас сдохну еще здесь, блин. Да что-то, блядь, мне тут так... Как можем сюда спрыгнуть, нахуй, прям в воду? Блядь, мы убьемся. Полюбасу убьемся. Где наша это, как ее там? Наш плот, вон, наш плот. Падаем. Отлично. Там уже акула, блядь, кружит, на. Вроде бы, это, кажется, все здесь собрал. Так, извиняюсь за мой... За мое чтение запинаюсь постоянно, ебать, что за хуйня. Так, дайте мне, что создать? Мне надо создать вот, что мне надо создать. Да, бля, ты издеваешься надо мной, что ли? Сука, не успею, не успею. Может быть, сука, не успел. Твою мать, а. Ладно, хуй с ним. Цикло вонючее, ну. Сдох, нахуй, блин, ну как так? Где то там сраная шняга? Так, ладно, что у нас тут? Металл. Знаете, вот это надо убрать.
А то я тут сейчас сдохну, блин, вообще. Сейчас наполню водичку и прочитаю, что там дальше было. Вообще огонь. Так, ладно. Дальше что смотрим, что у нас там. Что мы там прочитали, блядь. Так, Дина, ну открывай. Журнал, алё. Так. Если вы... Вы понимаете, что здесь написано, это еще не конец. Мы пытались выжить из двигателя максимума. Блять, выжить. Ну ты, бля, Вова, ты читай внимательно. Мы пытались выжить из двигателя максимума, но, думаю, он сгорел. Мы едва доплыли до радиовышки. Филин сказал, что лодке конец. Но я могу ее починить. Они далеко плыли, но мне кажется, они направляются на Селену. Я хочу стоять в этом таком месте, чтобы потом нашли. Все это случилось не из-за нас, но с нашей помощью. И клянусь Богом, мы попробуем все исправить. Если мы туда доберемся, то отключим 12 и 24. Это реактор, да? Вытащим синицу, и, может быть, я приглашу ее на свидание. А она этот раз не спостроит, посмотрит на меня, как на психа. Филин нашел мой блокнот, но я его забрал. Надо лучше прятать. Это маркер. Очень плохо стирается. Ничего мы спасем. Мы должны... Сокол. Сигнал. 8 января. Получен сигнал бедствия. Отследить. И 9 января. Установлен контакт. Язык неизвестен. Малайский? Вызовите Таригана. Таригана? Кто такой Таригана? Еще не знаю такого. 2 февраля. Рация сдохла. Это выстрел вдаль. Тангроа? Что, блядь? 4 февраля говорят по-малайски, слишком быстро, не разобрать. Кота Джакан... Каракота... Что, блядь? Кота Дажанкар, блядь, ну пиздец, язык сломать можно. 6 марта. Тариган, нашел сухое место, мы уходим, вода поднимается, у нас не хватает места. Простите. 8 марта. Майкл, если ты что-то читаешь, держи курс на Бальбоа. Она еще не над водой. Припасы в кладовой. Блять, это такой пиздец. А я ж мог приблизить, чтобы, блядь, разобрать там. Ну, вроде бы все нормально написано так. И что здесь? Нам на туда будет направляться по-любому. Пойдем, установим курс. Номера поменяем. Какой там был? Сейчас проверим. 6-4-1-4. Да ёптэнь. 6. Да ёпт. 6-4. 6-4. 1-4. Да ёпт, ты зачем ты нажимаешь? 1-4. метров. Отлично. Все, вырубаем. Так, ладно, друзья. Короче, на сегодня закончим. Я тут, блядь, запинался вообще, писец. Извиняюсь за то, что там так у нас появилось читать. Что-то я не могу, блядь. Вроде бы, блядь, я русский, а вот такие хуйни получаются. Потому что очень редко читаем по-русски. И бывает то, что там... Знаешь, как ты видишь цифры, буквы, да, и... Как прогнозируешь, что это вот означает. А оказывается, это не то, что ты поймел в виду. Ну да ладно. Так что большое вам спасибо, друзья, за то, что смотрели, досмотрели до конца. Порастили, поняли меня, да. Так что большое вам спасибо за вашу поддержку. Если вам понравился видео, ставьте канал. Если нет, ставьте дизлайк. Главное, чтобы я получил какой-то, не знаю, какую-то обратку от вас, то бишь какой-то фидбэк. Если есть какие-то советики, не стесняйтесь, оставляйте комменты. Обычно 100 пудов прочитаю и посмотрю, что да как, и попытаемся применить это в игре, я имею в виду, блин, вот и даже здесь запоминаюсь. Так что большое вам спасибо, всего доброго, и до скорых встреч, друзья. Пока-пока.